Сегодня я хочу дать вам несколько полезных советов по хозяйству. Чтобы вам не пришлось чистить и мыть щетку после уборки, наденьте на нее шапочку старую такую или пакет и в конце уборки просто выбросьте. Чтобы пища в микроволновке равномерно разогревалась, отодвиньте вашу еду к краям тарелки, и тогда ваша еда будет разогрета идеально. Когда у вас нет батарейки нужного размера, слишком маленькая, то на помощь приходит фольга. Можно удлинить батарейку при помощи маленького такого шарика из фольги. Отлично. Чтобы пластырь был надежно закреплен на вашем пострадавшем пальце, вот так вот обрезаем его и залепляем крест-накрест. Все, теперь он не будет спадать. Отделяем желток от белка. Нам понадобится простая пластиковая бутылка. Создаем вакуум и затягиваем в бутылку желток. Отпускаем и вот так вот в другую емкость. Прекрасный метод. Если у вас много одинаковых ключей, то чтобы различать их, просто покрасьте их лаком для ногтей в разные цвета. Смотрите, красиво и функционально. Лучшим средством, чтобы очистить фломастер, краску от вашего дивана, является жидкость для снятия лака. Вот так вот. Аккуратненько наносите на салфетку, прикладываете к проблемному месту, и все бесследно исчезает. Когда в туалете закончился освежитель, не беда. Зажгите спичку, и не останется никаких неприятных ароматов. А вот на это отверстие на ручке сковородки можно вешать ложку, которой вы мешаете вашу еду. На этом советы по хозяйству не заканчиваются. Они продолжаются в телеграм-канале полезных советов по хозяйству. Заходите по ссылке в первом комментарии.